Всем добрый день. Продолжаем модернизировать ноутбук Toshiba Satellite A200-23U. Ну и это у нас третья заключительная часть по модернизации данного ноутбука. А модернизировать мы будем следующим образом. То есть мы заменим DVD-привод на переходник. Ну и все-таки поставим вот этот жесткий диск в эти салазки. Так, ну и приступаем к работе. Так, это пока отложим. Переворачиваем ноутбук. Аккумулятор достаем, как обычно, чтобы не было никаких источников питания. Так, и нам нужно достать привод. Привод достается следующим образом. То есть нужно открутить крышку памяти. И вот здесь вот содержится винт, благодаря которому держится этот привод. Так, ну вот мы его достали. Так, ну пока отодвинем. Так, теперь достанем то, что у нас содержится здесь. А здесь у нас содержится декоративная панелька. Мы ее установим сюда. Так, ну и непосредственно сами салазки. Так, внутри салазок у нас находится ограничитель. Его мы тоже пока достанем. Так, и есть пара винтов, в которые мы установим вот этот жесткий диск. То есть интерфейс подключения IDE. Что у CD-привода, что у салазок OptiBay, так называемый Kandy. Так, ну и давайте сейчас первым делом установим жесткий диск. Для этого выкрутим винты. Так, вот мы его установили. Сейчас закрепим при помощи винтов. Так, стоп, он не сел сюда. Вот теперь сел. С одной стороны прикрутили, ну и то же самое делаем с другой стороны. Прикручиваем. Так, теперь нам нужно сюда поставить эту декоративную панельку, которая стояла на старом DVD-приводе. Так, для этого нам понадобится скрепка или иголка для того, чтобы
открыть, не ломая. Так, и здесь есть 4 скрепляющих зацепа. И здесь. И сейчас пытаемся их аккуратненько достать. Так, один достали. Так, второй достали. Тут еще внутри есть. Зацепов. Вот она. Так, один не поддается. Так, все достали. Так, ну и на место возвращаем ту декоративную панель, которая была. В комплекте с OptiBay. Все. Так, и остался еще один момент. Это нам нужно открутить крепежные винты к корпусу. Так, возьмем другую. Так, все, мы открутили. Это можно убирать. Так, а сюда прикручиваем. Тут вот два варианта нам, скорее всего. Прикручивать сюда. Так, ну и давайте это сделаем. Так, одну прикрутили. Ну и давайте второй прикрутим. Так, ну и тоже прикрутили.
Так, ну единственное, что сейчас осталось сделать, установить панельку. Все. Ну и последнее действие. При помощи вкладыша зафиксировать. Так, ну и проделаем обратную операцию. Вернули на место, закрутив винт. Так, и возвращаем на место. Крышку от оперативной памяти, под которой лежал винт, для того, чтобы достать DVD-ROM. Так, ну и последнее действие. Возвращаем на место аккумулятор. Так, более подробно о OptiBay есть видео на моем канале. Можете посмотреть, как осуществляется выбор в зависимости от модели ноутбука. Все достаточно просто и хорошо объяснено. Итак, давайте посмотрим на конфигурацию установленных дисков. То есть первый диск мы установили на место старого, это у нас SSD Toshiba TR200 на 240 гигабайт. Здесь показаны характеристики. Ну и в настоящее время температура его. Так, и мы установили в Salasky OptiBay тот диск, который стоял в Hitachi на 200 гигабайт. Ну и он поддерживает сериал ATA первой версии. Так, ну и давайте посмотрим обычный жесткий диск Hitachi 200 гигабайт, который раньше стоял здесь на системе. То есть сейчас он стоит в DVD-ROM'е, в переходнике, так называемом OptiBay. Так, ну и похожий диск поддерживает сериал ATA первой версии. То есть вот у нас такие получились результаты на чтение и записи. Давайте еще раз посмотрим характеристики модернизированного ноутбука Toshiba Satellite A200-23U в AED64, то есть общие характеристики. Дальше разгон, возможно быть, электропитание. Так, ну и температурные датчики. Так, ну и давайте дальше рассмотрим характеристики. Центральный процессор. Поддержанные характеристики. Дальше системная плата. Память. То есть установлена Samsung. То есть поддерживает данные виды таймингов. Чипсет, то есть 4 гигабайт только можем модернизировать. Так, ну поддерживает 333, то есть 667 DDR второй версии. BIOS,
остальное неинтересно. Так, ну и давайте пробежимся быстренько по тестам. Что у нас получилось в результате тестирования? В различных синтетических тестах. Так, ну и решайте сами, модернизировать или нет. Я свой выбор сделал. Вот единственный минус, здесь нету родных драйверов IT Radeon для HD 2600 карточки, но при установке Windows 10 Pro установили синтеловские драйвера для этой карты. Но я могу воспользоваться внешним монитором и записывать на Full HD, как вот здесь вот происходит. Так, ну и на этом, то есть мы закончили модернизировать ноутбук Toshiba Satellite A200-23U. Всем удачных покупок, модернизаций, ну и долгой работы вашей техники. Спасибо за внимание, до следующих видео.